В безопасности своих учеников руководство и педагоги одной из самарских гимназий, что на улице Физкультурной, уверены, в этом сезоне вблизи учебного заведения обновили дорожное покрытие. Скоро нанесут и разметку. У нас гимназия, мы городские. У нас к нам приезжают много машин, детей высаживают, когда хорошая дорога, значит, безопасность, значит, они спокойно подъехали, высадили дитя и дальше поехали. То есть, как бы, дорога нам, конечно, и инфраструктура очень важна, нужна. Напомним, к ремонту участка от проспекта Кирова до первого безымянного переулка подрядная организация приступила еще в июне. В настоящий момент уложено уже порядка 22,5 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. На остальном участке, который примерно также порядка 20 тысяч квадратных метров, ведется подготовительные работы под устройство асфальтобетонного покрытия. Это непосредственно установка люков смотровых дождеприемных колодцев в высотную отметку, очистка основания под последующую укладку. Стоит отметить, что поднятие колодцев – один из немаловажных аспектов подготовки проезжей части к дальнейшему ремонту. Инженерные системы подводятся под высотные отметки для того, чтобы обеспечить сток дождевой воды. По словам представителей курирующего ведомства, на участке от проспекта Кирова до первого безымянного переулка предусмотрена замена 100 люков. Это 70 смотровых колодцев и 30 дождеприемных решеток. Соответственно, в данные работы, в подъем инженерных коммуникаций входят такие работы, как демонтаж старого люка. Потом, если это надо, то устанавливается специальное опорное кольцо бетонное. Это, ну, оно называется КО-6. КО-6 или КО-1. И потом уже непосредственно сам новый люк дождеприемного или смотрового колодца. Контроль за качеством ремонта дорог ведется на всех возможных этапах. После укладки асфальта образцы нового покрытия испытываются в лаборатории. В случае несоответствия заявленным требованиям подрядчик должен будет устранить все недостатки за свой счет. Ольга Павлова, Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События.